Попробуй. Ветур. Хауст. Сумар. Хауст. Все равно нет. Сын, какой там порядок в песне? Зима, весна, лето, осень. Сын. Ветур, Вар, Сумар, Хауст. Не вышло, но в маминой песне было так. Атрей. То слово. Фола. Значит, длится. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем! Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Нью-Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Не добраться! Осталось двое! Хорошо, продолжай! Чисто! Пиши дальше, пока пол не обрушился. Отец! Час!
молодец. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Готов? Соберись и толкай изо всех сил. Хорошо. Спрыгнем. Правда? Вперед! Только не бойся! А чего бояться? Я держу! Ты знаешь, что ты чокнутый? Ты цел? Ага. Хорошо. Идем дальше. Должное — разрушать твое призвание. Помни это, голова. Помню каждый миг. Они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось, и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Как же Синдри? Они его не найдут. Обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Рума! Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной.
Вижу выход, но туда не добраться. Кто-то впереди. Видишь, он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Что ты знаешь об этих людях? Во-первых, это не люди, они боги. Ну, полубоги. Так, их отец Тор, матери разные, ой, жуткая история. Их дядя Бальдер, а Один дед. У них есть сестра по имени... Оружие. Как они сражаются? О, да, конечно. Магни силен. Очень силен. У него огромный меч, закаленный громом. А Моди... Я лучше крысу поцелую, чем пожму руку этому гаду. Его палец ищет дешевая подделка моей работы. По-моему, от них лучше держаться подальше. Но кому я все это говорю? Я могу сделать что угодно. Есть еще разговор? Хватит дурить! Я буду то, что сказано! Я не шучу! Он сражался с дядей и ушел живым! Скажи, дядя же давно ни хрена не был. Если отец его знает, значит и мы поедем. Так что хватит рыбаться. Соберись и помогай искать. Да, как же вести отца? Ох, да ты чешь ты меня. Да. Нельзя подвести отца. Ищи давай. Скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдем, пока они не заметили. А? Ну вот ты... Сын. Сдавайся. Этого требует все отец. Нет. Хорошо. Я сам разберусь, сын. Иди.
далеко ли ты собрался? О нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Указывай мне, что делать. Не вижу! Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Плевать. Иди сюда, выродок. Хватит за папкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Его. Он хочет тебя разозлить. Идиот! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Сейчас попляшет. Давай еще, сурот. Сейчас попляжем. Берегитесь, уродцы. Оттащу твой труп. Вас берегитесь, уродцы. Сын. Кашель, кровь. Мальчик болен, надо к Фрейе. Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально все. Надо за ним следить.
хватит. Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотунхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магией двери, что нам попадались, к та, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Он же бог, а отец убил его. Один из младших асов, но да. А то... Его отец не младший, тот... совсем не младший. В Асгарде будут я очень недовольны. Я защищался только и всего. Я не боюсь осуждения. Бояться стоило бы не осуждения, но мести. Разве можно убить бога? Уже были, но как вернуться? Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв! Это не слухи! Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Парень совсем не здоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Трума! Ah!
почти не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что у асов свой путь в Вальхаллу. Без валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение? Мы снова у руки великана. Что? Что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Там есть проход. Справлюсь. На другой стороне есть путь к выходу. Yeah.
снова под ладонью, почти на месте. Мы с тобой лазали по мертвому великану, катались на огромном молоте, дрались с плохими богами. Что бы сказала мама? Что ты прошел большой путь. Спасибо. Эй, подожди! Так что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейе? Нет, мне уже лучше, только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йотунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда, внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель-змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йотунхейма. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Можно причалить здесь. Чёрт!